Экс-чемпион мира в первом среднем весе британец Лиам Смит сделал прогноз на предстоящий бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и американцем Дэниелом Джейкобсом. По его словам, Джейкобс хороший боец, но он не сможет составить конкуренцию Головкину. Смит считает, что их поединок продлится не больше 6 раундов. Я не думаю, что Джейкобс тот, кто устроит Головкину настоящую проверку, но я ценю Джейкобса как бойца. Мне кажется, люди, говорящие, что Головкин ни с кем не дрался, несут чушь. Ведь он старался сделать бой с каждым из возможных соперников. Я думаю, люди слишком переоценивают победу Джейкобса над Куилином. Вспомните, что случилось в поединке с Пирогом. Думаю, Головкин проделает с ним примерно то же самое где-то в 5-6 раунде, заявил Смит в интервью FightHype.com. Напомним, Джейкобс в июле 2010 года встречался с россиянином Дмитрием Пирогом и проиграл нокаутом в 5 раунде. Это поражение пока единственное в карьере американского боксера. В декабре 2015 года Джейкобс нокаутировал своего соотечественника Питера Куилина в первом раунде. 18 марта в Нью-Йорке Джейкобсу, выигравшему досрочно последние 12 боев, предстоит встретиться в ринге с Головкиным, в активе которого серия из 23 нокаутов. США телеканал HBO покажет их поединок по системе платных трансляций.